Тритон относится к группе так называемых малых тритонов. К ним еще относятся Монтадони и Хельветикус. Но они обитают в Краснодарском крае и на территории Европы. Поэтому нам они в данный момент не интересны. В левой руке самец, в правой самка. Самец от самки отличается главным образом наличием гребня, полосой на хвосте и полосой на голове, которая проходит через глаза. Летом гребень пропадает, но остатки остаются, ну, незначительные. Так можно увидеть гребень, но он маленький. Соответственно, самка как была одноцветной, так и осталась. Пятнышки не рассматриваем на брюшке, они не имеют диагностической роли, поэтому просто есть и есть. Также после размножения эти тритоны выходят на сушу, у них меняется тип питания, поэтому в террариумах их довольно сложно содержать, там нужна определенная температура, опять же питание и так далее. Но люди держат флаком в руки, молодцы. Что еще? Вот. Встречается практически во всех водоемах весной, которые заполняются после половодья, довольно в большом количестве. Ну и можно сказать, что это самый обычный представитель тритонов на территории Поволжья. Вот как-то так.